27-летняя Юлия Проскурякова впервые в жизни столкнулась с сильным стрессом. Супруга 59-летнего Игоря Николаева призналась, что пережить тяжелый период ей помогли члены семьи. Певица в прошлом году впала в состояние затяжной депрессии. Для Юлии это было в новинку. Раньше жизнь казалась ей безоблачной. Проскурякова оказалась не готова принять такой удар судьбы. Преодолеть стресс девушке помогла семья. «У меня была очень сильная депрессия. Впервые в моей жизни. Спасли меня мои самые главные антидепрессанты. Мама, муж и дочка», — отметила Юлия. В борьбе с депрессией Проскурякова погрузилась в работу. Она стала больше времени посвящать карьере. Сессия в ГИТИСе, спектакли на театральной сцене, гримерка и нечастые выступления на сцене. А из медикаментов принимала афобазол, пояснила жена Игоря Николаева. Мама 4-летней Вероники рассказала, что временно перестанет петь. Она решила устроить небольшой перерыв. «Я взяла тайм-аут с выпуском новых песен, потому что мой материал, который мне кажется интересным, не берут в ротации и не снимают для концертов», — пожаловалась Проскурякова. Юлия часто бывает с семьей в Америке, однако переезжать туда она совсем не собирается. Она любит Россию, особенно ее погодные условия. «Здесь есть чисто русская атмосфера и новогоднее настроение», — подытожила Проскурякова. Ранее певица дала советы мамам недоношенных детей. Она подарила супругу романтичную песню. Дочь Юлии и Игоря растет копией отца.